До інших новин. Обмежевание воли, штраф у буйным померы и конфискация авто. У Барановичах осудили двух жыхароў за повторное на протягу года кирование автомобилем у стане алкогольного опьянения. Репортаж с залы суда. Двух жыхароў Барановицкого района объединяет той факт, что яны абодва сели за руль автомобиля после уживания алкоголю. Отбылося это 7 листопада. 47-годовый жыхар Барановицкого района рассказал об важкой, на его думку, причине, якая захватила его сесть за руль нецвярозым. У той вечер пришел его былый зять наведать маленьких внуков. И покольки с былым мужем у дочки относины не вельми добрые, мужчина вырашил отвезти зятя у город, покуль тая не вернулася. На дорозе машину спынили супрацовники ДАИ. Результаты судебного расследования говорят о том, что в данном случае абсолютно правомерно применение данной специальной конфискации, поскольку даже применение дополнительных мер наказания за совершение преступлений данной категории отдельных личностей не останавливает от совершения таких уголовно наказуемых деяний. Суд приговорил 47-годового мужчину до 2,5 года обмежевания воли без накирования у выправленшую установу и штрафу у померы 32,5 миллиона рублей. Автомобиль належит конфискации. Другое посяджение суда разглядало криминальную историю 29-годового жыхара Барановичаў. Молодый человек потлумачил, что и той день ремонтовал машину сестры и после ремонту вырашил проверить авто. Тестирование обошлось дорого и хлопцу, и его сестры, якая, дякуючи брату, своей машины позбавилась. Молодый водитель отримал 2 года так званой химии и штраф 26 миллионов рублей. Так само для каждого засудженных повторно начался отлик термину, на протягу якого им заборонено керование автотранспортом. Это 5 годов. Ну а в вынику, коли и такие меры не вернуть их на правильную стяжину, наступной мерой может стать реальное позбавление воли.